трассы под номером 8 из Андердарка под названием Amber Hulk или от фаргусовского перевода судна Umbra или Umbra Blackship. Ну, у меня такой был диск, одной из моих первых Гандерпг игры 2002 года выпуска под названием Гандерпг игры под названием Icewind Dale 2. Там впервые увидел, да, познакомился с данной расой в подземелье, в одной из пещер, прямо из стен выпрыгнуло вот это вот существо. У нее есть парализующий взгляд, вот силы много можно сразу на первом уровне включать. Телосложение, нет, запутывающий взгляд, а взгляд замешательства или ДС, так оно, облако замешательства, по-моему, так. Сейчас покажу все, враги либо стоят на месте, либо атакуют друг друга, кто попадает под этот взгляд. Попался на себя, запомнил, Icewind Dale 2, пиратский, там так, да, так его звали, да. Вот смотрите. Тут ведьма и тезка мой, сейчас я их взгляд замешательства сделаю, все, они будут за меня, друг друга поубивают. О, Йорик, бедный Йорик. Все. Ну, блин. Вот на вот этого. И он ведьму убьет. Точно. Точно. Или ведьму запарализовать. Замешательство. Продемонстрируем просто все возможности данной ситуации. А, кстати, у меня ДЦ зависит, видите, от уровня. Нет характеристик там, харизм и так далее. А от уровня написано персонажа. ДЦ будет повышаться каждый уровень. Вот я красивая девушка. Все. Пусть убивает людей. Вот, видите? Друг друга мочат. Такая.